Мы привыкли действительно к отзывам, к положительным эмоциям наших пациентов, потому что рождение детей – это, ну, это явление, это чудо, и они с нами проходят определенный путь. Что для нас это премия? Вы знаете, я как маркетолог могу сказать, что я рада, что она совершенно честная. То есть мы не прилагали никаких дополнительных усилий, хотя были предложения. Соответственно, мы рады, что это действительно мнение наших жителей, наших пациентов о том, что мы лучше. Будем стараться быть еще лучше. То есть клиника существует 10 лет, и изначально, как выбрано это направление, мы прирастаем дополнительными направлениями, которые позволяют сделать результат лучше, как то превентивная медицина. Соответственно, мы боремся за беременность. В любом, неважно, как она будет, какой будет путь, либо это будут репродуктивные технологии, либо это будет коррекция дефицитов и естественная беременность. Поэтому люди, которые не могли решить свой вопрос в других местах и у нас получили помощь, конечно, они благодарны, а мы благодарны, что они делятся и оставляют отзывы, голосуют, потому что это тоже труд в нашем информационном загруженном поле. У нас реперная точка, 10-й год, 11-й год клиники, мы провели полный практический ремонт и переоснащение, то есть эмбриология, кабинеты основные репродуктологов и, собственно, вводим постоянно новые направления. Врачи учатся практически бесконечно, сейчас заканчивают курс по наши основные врачи по антиэйдж-медицине. То есть мы занимаемся не только репродуктивным здоровьем, как женщине, как бы его войти и сохранить, но и как оставаться здоровыми в том возрасте, который он есть, 60-70 лет. То есть это наш такой вектор.